Ох, с днем рождения тебя! Желаю тебе счастья. Много денег уже, и чтобы женщины любили. Ну и здоровья пожелайте, здоровья-то. Здоровья. Кох, с днем рождения тебя. Валентин, дружище, с днем рождения тебя. С днем рождения. Давай, у здоровья. Здоровья, куча здоровья. Ну, давай, целую хоть сетку-то, блядь, на день рождения такой, блядь. Вот, сука, паскудник. Ее не пугайте, а то она опять убежит. Это спотов, как я понял. Пусть сырбаться идет. Не скажи. Да чем у нас поебать? Не, скажи ему вот. Ебать она любила нас. Это как этот фильм-то непосредственно Каха. Каха, Каха. Смотрел, вот пиздец наркоман, блядь. Про бульдога. Каха говорит, а ты мастурбацией занимаешься тут? Говорит, конечно, занимаешься. И себе, говорит, мы занимаюсь, и друзьям всем таким делаю. Не, что скажи, такое, может, не держи в себе, он говорит, скажи. Да хуй дрочить, иди не. Нахуй там. Он кончить не может, пока это... ему задницу не потрогаешь. И еще как это? Непосредственно. А зачем мне дрочить? Какой дрочить? Дай я потрогаю. Можно? И наркоман Павлик смотрел. О, так, вот. Вот, все, не, туалет не нахуй, дрочить нахуй. Она не про это сказала-то. Он уже кончил. Она не про это сказала-то. Она сказала, ты кончить не можешь, пока тебе палец в жопу не засунет. Пока палец в жопу не потрогает. Ты что, реально что ли? Тебе нравится, когда палец в жопу засунет? Тебе когда? У меня вот это что-то. Что ты, скажи, он не понял. Я тебе сказала, пока ты кончить не можешь потрахать, пока твою сраку не потрогает. И нахуй, ты какая потом? Не гай, пальчик в жопу, пальчик в желтенький. Я думаю, что... А Бульдог такой типа не понял. Все поняли. Я думаю, почему вот эти пальчики такой в жопу ее засовывают. Что она была бегать? Это бегать в туалет, она там сломать и засовывать. Мне палец сразу в жопу. Бульдог шуткой отъехал такой, типа не понял. Бульдог, блядь. Тебе надо. Дрочишь и пальчик в жопу нам. А мне еще раздеться надо? Да ты не здесь потрогай. Из Анченца нахуй, ебать. Пальчик в жопу засунем, кончит. Не, категория. Да, все девки, вообще все нормальные. Пока. Все чеки, да и пацаны тоже. Они говорили, мы с кисой приходим. Вам, а он говорит, привет, Нина, ребята, пожарь дай мне рыбу. Бог здоровья. Она ему рыбу пожарила. Еще привет. И говорит, так невкусно готовила. Так мне говорит. Да, 12 школ. Не знаю. Ну, пальчик-то не глупо. По локоть подержал. Такой большой, играйный. Мне все равно. Все слова. Все слова. Может, мне выйти, а вы поговорите с ним, нет, блядь. Пашка. Мама молодец, мама. Иди в шкаф. Ты, блядь, уронишь, но. Иди в комнату, блядь. Иди во вторую комнату, разговаривай. Я тебе палец снизу суну, чтобы не подходить ко мне, блядь. Это, ребят. Алка плюс. Я вам это, Алка плюс, охранникам вам. Андрюхе, Жеке, привет. От Бульдога. От нас всех. Всем ребятам. От души вам. Всем ребята. Всех девушек, ваших продавцов. Всех мы поздравляем от нас. Сука, ты меня поздравил, меня вовку толкает нахуй. О, блин, его за попку хотела хлопнуть. Пальчиком их уже кончил во время разговора. Я не знаю, это будет 50 сантиметров. Так, Бульдог, ты что, реально, блядь? Я не знаю, он бежал. А хотя пальчик уже просто стоит, убежал. Как ты это не засунешь себе нахуй? Я тебе подойди хотела посмотреть. Подойди, блядь. Подойди, Бульдог, она засунет тебе, подойди. У меня и таску пальцев. Сколько пальцев? У тебя столько дыр нет, блядь. Сколько в жопе пальцев? Сколько пальцев? 48. 48, блядь. 48. Угадала. Нет, он задал вопрос, сколько у него пальчиков в жопе было. Угадай. Откуда знаю, сколько у него пальцев было. Ты сколько совал? Две руки нахуй. Две руки. И того 10, блядь. 10, да. Бульдог, считать умеешь, смотри, ты молодец. Две руки и полноги, блядь. 20. Андрюха Панин, нахуй. Андрюха Панин, блядь. Он тоже в жопу совал. Андрюха. Тебя давай погонял будет Панин нахуй. Давай. Андрей Панин нахуй. Нового погонял. Какой? Ну, не рыжий. Ага. А шустрый. А у тебя тоже нового погоняло? Тоже пальчик в жопу сволочь. А у тебя тоже нового
белую подгоняла. Какое? Носорог. Как? Носорог. Носорог? Потому что носорог. Нос убрать и вечером. Пальчик тыкать, блядь, может, такое что-нибудь сказал бы. Про кролику... Подожди, подожди. Носорог! Кролику потом уже все перерезали, нахуй. Носорог ты и бульдог ты, бульдог как Чернышь, блядь. Как Чернышь, бульдог, блядь, раз в панику сразу. Кристина сейчас Чернышь тоже так же, нахуй. Идти не хотелось, блядь, затрясло, блядь. Только отошли, через раз встали, пошли сразу. А я только по голове не будем говорить. Не, давай-ка по врачебному расскажи, ты же, блядь, нет. Врач. Ну, по врачи, блядь. Какой врач? Какой, блядь, я гинеколог. Гинеколог. У меня цвет другой. Или девчонки. Цвет другой. Гинеколог. Ну, правильно, голубой. Голубой. Ааа, вот это голубой, блядь. Голубой мальчик. Где такой? А помнишь, ты мне рассказывал про какого-то очкарика? Про Черныша, что ли? Нет. Черныша не молчит. Там Черныш боится, что задышет его, блядь. Он самое интересное. Нинка доргала его, блядь. И даже ноги помазали. У вас-то не болел хоть? Я там... А он не помнил? На самом деле, там пиздец, я хуёл. Вот он мне рассказал. У него ещё... Ладно, главное, лучше понравились. А он такой, как девушка. О, как ты, блядь, Таня. Нинка, сунь ему пальчик в жопу. На Уральской. Не все сразу, Значит, на лавочку сижу, прикурил. Мне здесь выпить, короче, сейчас. Это, покурить 50. Курю. А потом ходишь, сигареты даже, да? А кожаная, что-то курю, блядь. Мальчик, курю. Я к нему так, я присел. А я смотрю, он здесь рядом. К нему присел. Да, так я подожди. Сейчас возле милиции предлагают семейки. Такой, у него такая походка. Ой, друга. Я думал, вот я... Не, ну ты рассказывай, хоть тянешься быстрее. Что, у тебя выебал или что? Ему предлагают интим. Кто он? Ему! У меня, у тебя, а ты сказал, я тоже ему скажи. Хуй стоит. Что с тобой? Пойдем, говорит, туда. Пойдем, я тебя выебу. Пойдем, я тебя выебу. Пойдем, я тебя выебу, блядь, бульдог. Вызов, слезарку твою. Да, ребятушки, я... И что, надо пакетов? Я охуел. Ребят, и вы говорите, что я похабну. Я говорю, да-да, сейчас. Светка! Нахуй, Светка! Мне такие нахуй тоже. Ты, блядь, ты, блядь, не глухая, блядь. Оглохла еще, что ли, блядь? Хуйня, блядь. А я пакет-то, нет. Пакет тебе под куртку надо твою-то. Пошла нахуй. Что, ты здесь? Пошла нахуй. Правильно. Заберу, говорит. А пакет-то тебе надо ее положить. Да пошла нахуй с этим пакетом, блядь. Нахуй пакет, блядь. Сказал, нет, блядь, нахуй. Отъебись, нахуй. Пашка, на продукты в пакете. Нахуй нужен? Пошла нахуй! Я не понимаю, блядь. Че тебе надо, блядь, пошла нахуй, и все, сказал, да? Сам иди нахуй. Сам иди нахуй, блядь. Я не тебя посылаю, ты же Катьку посылаешь, блядь. Ты че всех нахуй посылаешь, блядь, все-таки? Надо. Я ее послал, блядь, тебя же. Я перевел ее просто. Да. Пошла нахуй! А ты переводчик, блядь? Переводчик, блядь. Свет, пакет нужен! Пошла нахуй! Давай, нахуй. Блядь, вот хоть разговорил ее, то молчала, хоть разговорил, блядь. Нихуя себе, говорящая собака! Кого блядь? Нахуй послать? Деда, пошли нахуй! Деда, пошел нахуй! Деда, пошел нахуй! Он нахуй сидит, нахуй, да? Нахуй нужен. Пошел нахуй. Он нахуй пошлет, блядь, он вообще... Это еще хуже, косметик. Деда, посмотри. Деда, пошел нахуй! Да где он у нас где? Да это долбоёб, он все равно не поймет нахуй. Да он нормальный мужчина. Ну, мужчина, ну. Ну пошел он нахуй, после этого. Бля, Света, ты все тебя побольше разговаривать, только начала нормально разговаривать, опять все, блядь, заново. Он нормальный мужчина. Да, да. Настоящий полковник. Мужчина. Полковник, да? Нет. Полковник. Настоящий. Я сказал, ты настоящий мужчина. А, ты же полковник, но. А Нинка настоящая женщина? А? А? Говори, хули думаешь, настоящая Нинка женщина или нет? Сетка задумалась, блядь. А хуй знает. Как она мне рыбу? Пошла нахуй! Она пошла мне нахуй. Рыбу отбила, пошла нахуй! Пошла нахуй! Нет, не пошла. Подожди, 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 рыжий, блядь. Подожди, подожди, бульдог, блядь. Говори. Какая? Рэмбо. Хорошая? Вас, вас обоих Рэмбо бросил, да? Больной. Я хотел сделать ремонт. Я тебе говорю, да. Но сделай мне ремонт.
Иди будешь запить. Да сейчас что ты, блядь, дурак что ли? Да ты перчатку один засунь. Да сейчас нахуй. Да в перчатке засунь ему пальчик. Да нет нахуй. Да перчатку один засунь. Ты опять сегодня стоишь? Ну, блядь. А потом, Пася, а Вове, кинь денег, пожалуйста, он же тоже снимается, блядь. Все тут. Да это не ты нахуй, это тигр, блядь. Это тигр, лев, блядь. Все помню, я знаю. Эй, не стойте слишком близко. Я не кыска, а тигриска. Вот она это хотела. Типичка, типичка. Как уважаешь? Дай выпить. Давай. Я тебя утром уважаю. Я тебя выпей за уважение. Выпей за уважение. Выпей. Рыжгам шутка. Рыжий, я тебя не повезу. Ладно, девать пошел. Ботинки какие-то модные нахуй. Нормальные серьги. Ты что, блядь, здесь костер жгешь? Чайник нахуй. Костер ждет нахуй. Я это я сделала. Да. Я это чай кипятила. А, и все... чай, а какао. Да, у меня свечка была. Так, сгорят я... нахуй. Какао нахуй. Да, какао, какао. О, хлебни. На, хлебни а, какао. Не, на тюрьме на косичке варишь чай. Моя жизнь научила. Только вонища такая. Ну, а что делать? А он горяченький был, за 5 минут вообще буквально. Полиэтилен с тканью делаешь, косичку не варишь. Какой полиэтилен? Ты что, уважаешь, Нинка? Мешок ебаный простой. Полиэтилен. Тканью косичку делаешь, и все. Для него. После выпуска. Для него, ты помнишь, как ты упал-то, нет? Я нашел другого. Машина. Нет. Ну, Вовка, от твоего очереди. Тебе чуть голову не раздавили, нахуй. Да. Не, серьезно, он падает, да. Машина едет, и он прям об колесо... Пиздец, блядь. Ему чуть-чуть бы раздавили бы голову, нахуй. Ну, вот нихуя уебался-то, нормально. Он такой, Паша, я еще машину поцарапал, блядь. Мужик обосрался, этот, блядь. Я еще машину поцарапал. Какой нахуй, ты голову тебе не раздавили, блядь. Сетка толкнула тебя, блядь. Колесо, бам. Сетка, на хату каешь ты его, блядь. Это хохол? Ну как не ты, блядь, ты видео показал, что ли, блядь, не я. Мы спали на трубах, а возле вот где дядька-то твой живет. Дядька? Нет. Один? Дядька-то умер, что ли, говорят? Не умер, он его... Он ушел, он ушел на кладбище, блядь, полнулся. Его с лагеря и нахуй. И там десятка машин стояла. С лагеря? Друг, нахуй, лагеря, сзади этого. Советская 17. А друг это? Ему ногу отрезали в лагере. Мудок, ну что, всех послушаешь, что ли? Давай, Денин, говори. Вот на Советской 17 отрезали ногу в армии. Ой, на войне? На этой, на тюрьме. И вот он, там ночует, вот для этого дома. Светка, что, собираешь, что ли, уебывать? Вон, Светка, смотри, эфтай. Светка, Светка не видит. Чего не видит, блядь? Издалека покажи, она далеко-то видит, нахуй. Она что, не сфоткали? Сначала меня с бульдогом, потом мы. Смотри, сфоткали. На денег просить, нахуй, пули фоткали. Молодец, блядь. А ты не давал денег, когда фоткал их, а? Какую фотку? Ладно. Ой. Опа. Денег надо брать. Что, блядь, не заметил? Когда фонд, конечно, не поняла. Да фонд, конечно, живу. Дорогой. Я это деньги прошу. О, Чернуша затрясло опять, что ли? Чернуша опять затрясло, что ли? Все, Чернуша, отравляем. Позвольте, все, пейте, пейте. Ну-ка, давай. Сука, медик. Давай, быстрее, быстрее. Давай, быстрее, бегом. Ты что ли, блядь? Быстрее, давай, блядь, быстрее, быстрее. Чернуша, спасай нас. Лози его на бок, нахуй. На бок, ты что, ебнулся, что ли? Ты мне очки сломаешь, купи что-то. Я бы чуть-чуть проехала бы по башке ему, нахуй. Блядь. Этого вам называть роняй, нахуй. Сашка зубы. Нет, это называется качка, нахуй. Черныш, ты хорошо видишь? Бульдог его трясет, блядь. Уложи его на бок, нахуй. Заебись, нихуя. Вот это вот. Вы же медики, нахуй. Два медика, нахуй. Три, ёпта. Три даже медика, нахуй. Четыре. Это не считаться. Что, блядь? Не считаться. Сделай. Я хуй старый бат, нахуй, хуй, нахуй. Сделай. Я у него лопаты и ломика больше нихуя не видел, нахуй. Ёбик это тот, по ёбик. Ах ты поди там жонглировать научился лопатами. Яйцами, блядь. Я тебе начну жонглировать лопатами и ломиками. На ваху моим, блядь, жонглировать. Сейчас, нахуй. Ты моими, а Будонов не падла, моими ты не падла. Я шучу, хули ты заебал, рыжий. Ты, блядь, я тебе пытаюсь, блядь, расторбанить, что ты веселился. Давай станцуем, попрыгаем. Станцуй, попрыгаем. Ты не выпил, что ли? Нет, я очки не снимаю. Станцуй, попрыгаем. Ребятушки, посмотрите это видео. Кто не видел, оно прошло 18+, ребят, там сделали. Это шкухарил мне.
Знаешь, седая ночь, и эти мои тайны. Ну вы хоть обнимитесь, поцелуйтесь, что ли? Даже и тебе помочь. И можешь. Немножко, еще бы немножко, и пиздец, я бы тебе. Знаешь, седая ночь. Всех бы посадили бы нахуй. И все мои тайны. Голуби поют. Голуби поют на крыше. Голуби поют. Голуби поют. По-украински. Голубя мне. По-белорусски. По-белорусски. Минка. По-белорусски. Минка. Хотелось. Посмотри. Нарожденный. На родную землю. А как ты пел-то это? После выпускного, блядь. После выпускного, блядь. Из тюрьмы когда выпускали его, блядь. Чё, потерял меня? Не взял, что ли? Наблюдают. И собаки рвут с поводов. Рыжий, ты Кудрявого не видел? Вовку Кудрявого не видел? Собаки рвут с поводов. Ну, Кудрявого, мягкий знак сзади. Нету знака. Нету никакого знака. Бля, подслушайте, по-братски. Подслушайте, по-братски. Ну, где целоваться? Я его по-дружески. Вовка, да подожди. Ну, как целоваться? Есть же мягкий знак сзади. Какой мягкий знак? Вот. Сзади. Я что, дура, что ли? Сзади. Сзади мягкий а знак только нахуй. У него сзади только чопик есть, да? Мертворождение. Мертворождение, может. А здесь мертворождение. Они все такие русские. Мертворождение. Как это мертворождение? Веня не русские. А здесь Веня нахуй. Вова и Боба. А тебе что надо от нас? Кого? Я? Тебе что надо от них? Вова и Боба нахуй. Ну, тебе что надо от них? Тебе что надо на туре? Тебе, блядь, что надо от нее, сука? На туре, блядь. Ты в натуре, что тебе надо от нее, блядь? На туре. Блин, он хуёвый. Ну, чё, блин, нахуёв, блядь. Да вы представляете, что у него пальчиков сували, блядь. Я понимаю. Я ему за 3800 покупал. Светка потихоньку выше на масло. Я вижу. Близко вижу нахуй. Газетку надо читать нахуй. Я сейчас разденусь, ебаться начну за срыжем здесь. Ты только не забудь, там у тебя два замка-то застёгивать сейчас надо. Пошёл нахуй. Пошёл нахуй. Иди нахуй. С замками своими. Светка. А эту курточку бульдогу отдай нахуй. Пускай Адам, он любит женские курточки носить нахуй. Ну Таша пусть отдаст, если не все входить. Блядь, столкнешь меня. Ребят, кто-то в комментариях писал, типа, Наташе купите парашют или лыжи, пускай или вылетит, или скатится, блядь. А то, говорит, она гулять хочет, блядь. Коньки нахуй. Коньки, коньки. Ролики на коньки. Ролики. Тихо. Тихо ты, бульдог, сука. А как? Тихо. Да тихо ты, блядь, заебал, да расслушать, блядь. Ладно, хорошо. Хорошо. Как скажешь, так и будет. Нихуя не понял, хорошо. Хорошо, говорит, как скажешь, так и будет. Они понимают, с полуслова друг друга. Понимаешь? Куда нагло? Куда вынимает? Пошли нагло. Говорю, давай покедом. Нет, не надо, блядь. Нет, пошли. Пошла нахуй, пошла нахуй. У меня есть, блядь. Пошла нахуй. Ты откуда пакеты, блядь? Я ждал. Вот пакет. Ну, блядь, блядь, блядь. Бульдог хотел. Руку пощупать, блядь. Я тебя пощупаю сейчас. А соревнования на перчатках когда будут? А с кем, блядь? Я думаю, ты чего они ухнут? Макса нету. Бульдог, блядь, хули он, блядь. Я не слышу, блядь. Ну, бульдог может. С кем сразиться, я не знаю. С кем сразиться? С какой говном? А вовсе, хули он бунт. Пиздец, получил боец, блядь, невидимого фронта, нахуй. Вован, это, что, та тема, нахуй, блядь. Вован, давай расшатаем эту тему, нахуй. Расшатам, нахуй. Еби бульдогу, ну-ка, если вы хотите, хоть фотку, блядь, посмотрите. Зачем, нахуй? Да на шняк, что ты, блядь? Какие, ты, да на... какую, знаешь, на долго тебе, нет, белую, боец. Блядь. А что на долго, блядь, она меняет, как перчатки, нахуй. А ты, дай тебе сфоткаю, нахуй. Че, блядь, не видела сегодня? Деньги давай нахуй, да, смотри? Я видел, что ты ему одежду давай сфоткаемся, деньги тебе отдашь. А, я дам. Да. Дед, ты че молчишь? Ну расскажи, о чем он говорит? О чем он говорит-то? Все работает, она снималась. О чем он говорит? Любишь бульдога? Нет. То есть дашь он поехать? Дам. О, люби нахуй. За сколько? За сколько он захочет? Бульдог. Сколько мне денег нахуй? Бульдог, 50 рублей дай Нинке, она тебе трусы даст понюхать. Прямо сейчас? Бульдог, прямо сейчас, блядь. Дай 50 рублей. Я только 50 рублей могу засадить нахуй. Нет! За 50 рублей. Бульдог, засади рыжику. Бля, где мне тебе невесту-то найти за 50 рублей? Ладно, пока.
Не знаю, на кого женить-то. Вот дедушка, красавчик. Посидел, помолчал, деньги получил. Ладно, нет, давай. Резиновый. А сиську вот эту тоже туда закинем, он это. Блин, нет, нет, сейчас закажу, ты не пойдешь в машину. Резиновый. Нет, не придал. Нет, он ушел собачки. Нет, кошечки собачки. Спать пошел? Нет. Манекен какой-нибудь. Ну хуй полтора. Он говорит, я бы с резиновой. 3 рубля вагина. Зажжем бы, говорит. Вот Вовка, блядь, за 3 рубля я тебе даст нахуй свою. Она, блядь, я резиновую купил. За 3 рубля. Вагину. Жопа она похожа. Да, резиновую купил. Запомни, нету лучше влагалища, чем очко товарища. Она уже пришла. Да, дома она. Мама. Мама. Мамка. Варежки возьми, там мои надевали. Деда зовешь, что ли, мамка, блядь? Мамка! Мамка, дед, возьми варежки, мамка, дед. Няма, няма. Ну ты че, скажи? Ты совсем под руку, я чуть не подавилась. Говоришь, мамка, возьми варежки. Я пью, мне... Ты кого сказал, блядь, мамка-то? Нет. Ну-ка, нахуй! Иди разбери. Нихуя себе, блядь. Мы ищем, что на выход помяли, нахуй. Нихуя себе. А он на выход собрался, а им помяли. Только у меня двое. Да, а он говорит, я ему говорю, одень джинсы, хоть получше будешь выглядеть. Да ему уж не поможет. А он говорит, нет, это мне на выход. Мало ли. А здесь идет. А куда он выходит? У девок модная она. Вот. Они ходят. У тебя на жопе даже заплатка есть, блядь. Да, заплатка, да. Я за фирмом пошел, скажу. Давай ты вот туда и обратно, нахуй. Прошу. Если еще домой дойдешь. Второй. На, уже кричи, что это свои. Его варят. Пидорас. С той стороны, нахуй. Это его варежки! Это мои варежки, блядь! Это его варежки! Да нет, твои! Его варежки! Это мои! Его варежки! Это Ленкин! Это его варежки! Это мои варежки! Я по твоему отец! Пошли нахуй! Это не мои варежки! Это не мои! Это твои, Ленка! Он хотел принести варежки твои, блядь! Нет, это твои! Все, да, пошел. Дед говорит, это не мои варежки. Она поставила. Че, ты нахуя ее? Скамейку. Ленки варежки взял. Свои варежки. А он кричит, это мои варежки, отдай нам. Я на диване тебя забыл, нахуй. А она тебе поставила стульчик. Все. Идите нахуй. Штаны вам повешу на вешалку, да, чтобы не... А, не спиздят, спиздят у него. Ему на выход, ему на выход. А ты куда потом уходишь, хоть скажи, на выход? Ты куда выходишь такой? Ты чё? Это Черныша! Это Черныша! Это Черныша! Будь на пиду! Черный, он только, блядь, развешивал черный. Спинку тоже туда. На спинку тоже. Бульок, язык все вышли. Это... Блядь, нет, ему на выход, блядь, идти, нахуй, ты заебал ему, блядь, жизнь. Ну, потому что 2 рубашки повешу. Тоже на выход один. Вон, блядь, вешалка есть. К выходу! Ты потом хочешь к выходу их повешу, блядь. Ой, блядь, сука, бульдог, блядь. Еще 2 рубашки повешу. Да, и все на выход, нахуй. Чернусь пойдет и возьмет их, нахуй. На выходе, блядь. Это пипец. Вот ее, блядь, так, тихо, сейчас, стой, брезгливо. Как говно достает она. Да ладно, какой ты нихуя себе. Ну смотри, ну, Катька, блядь, тебе. Ну как, Паша, ты тюнул, ты мне. Я тебе говорю, повесь. Целуй Катьке руку. Целуй Катьке руку. Не кусай ту руку, кто тебе кушает. На, вешай рубашки. Не, блядь, бульдог запачкай. Ну, у тебя там плохо есть, повесь. Ты что там в шкаф-то не вешаешь, понимаешь? Да я... Блядь, тут не хохол хоть лежит, блядь. Там нет, в мешке, блядь. Там в мешке, наверное, хохол, блядь, они его сложили, сука. Расчлененный, блядь. Снятый, блядь, пополам. Бульдог потихоньку ест его, блядь. Хохол, блядь, нахуй, нихуя. А, нихуя, бульдог, блядь, фрая. Так он джинсы на мешеньку и блядь. Ну, ты че, я вообще? Да, вообще. Блядь, блядь. А, Нинка, я, блядь, пальцы ногу засунешь. Пошел нахуй отсюда, это Черныша, блядь. Это Черныша. Нихуя он. А куда ты, Нинка, у вас шипунели, палка там, блядь. Нахуй нам, чтобы вам взять ее, блядь, было легче на выходе. А, блядь, а зачем я его? Ай, это по второй. Сука, ну, блядь. Это по второе. Спасибо большое. Так она, видишь, она, блядь, твоя бывшая жена хоть нахуй. Так молодец, конечно, ты надо. Целуйтесь, блядь. Целуй рыжего, блядь. И джинсы тоже на вешалку повешу, куда нахуй.
Сейчас Танька все выдержит. Бля, Нинка вообще молодец, бля. Хочешь в бедогу вернуться? Она не хочет вернуться, она думает наперед. Да, он к ней вернется в них. Чернуша умрет, нахуй, она бедог придет к ней. Никуда не думаю. А что, Влюк? Ой, что Чернуша? Прошлую серию сказали, что ты помрешь скоро, у Пашки скоро. Чернуша пиздец, опухший весь. Скоро, блядь, хуйню отправится. Ну, еще Нинка сказала, у тебя с утра кровь бежала, блядь. Да. Хуярина. Вот, Нинка пиздоболка сказала, а люди пьют. Ты идёшь, пьёшь, блядь, его ебёт, нахуй. Будешь тихо, я тогда вам не бежала, нахуй. Всё, у тебя всё повесит. У меня тут. Молодец, Нинка. Молодец. Иди поцелуй Нину, блядь, как муж. Я вообще нахуй. Или Чернуша поцелуй. Могу тебя, сука, уважать. Я за дерево. Нихуя резинки, да? Ну-ка, чё, бля? А тебе-то чё, завидно, что ли? Да, пошла нахуй. Тебя никто не обнимает. Вон, по России. Да, пошла нахуй. Вон, по России. Это, козла, бля, Чернуша, по России. Это, козла, по России. Дёхни, чё? Давай, вдёхни. Черныш, давай, вдёхни её. Хули, бля. Чё, стрёмно, что ли? Тебе чё, бля, завидно, что ли, нахуй? Ты, а? Ну-ка, вдёхни её, нахуй, Черныш. Или ты его. Или я вас, нахуй. Да, я вас. Блядь, рыжий. Пиздец, нихуя, блядь, привез мне денег, дал, пьет, пью. Ну я и смотрю, Пашка, у тебя там член стоит. Член стоит. Она такая, а это ты заебал, ну. Ты меня не скрутишь. Ей одного мало, нахуй, надо ее. Тони, Паша, как она думает, туда и смотрит. А что, блядь? А что, я просто стою, блядь, прямо так, она же не может мне в рот смотреть, блядь. Она и смотрит. Она вот так вот смотрит. Вовка, рыжий подход, тоже маленький, он тоже посмотрит. Вот какая рука, вот отсюда, вот ну, может, он ненормальный, может, у него на таких да. Стоит. Да. На таких это, на каких? Танька, открой рот. На особенный. О, бля, я возбудился. Ты что, бля, серишь, что ли? Блядь, никто не на диване. Ну все, спать будем здесь. Пошлите, рыжий, я вам продукт дам, до дома дойдете. Пошли, я вам дал уже. У вас где бутылка осталась? Нет, бутылка осталась у вас? Водочка? Нет. Не пизди. Нет. Да не пизди, мне. Башню. Ну, пошли, бульдог, дам вам бутылочку. Пожать я вам оставил. Да. Светка, пошли. Да ты заебала курить, пошлите нет, нахуй. Подожди. Знаете, у вас сигареты здесь вот. Все, курите. Курицу доешьте. Танька. Давай. Че, ну что, оставайся? Бутылка одевайся, это бутылка нам нашла. Давай нахуй, ёбни, блядь. Бутылку нам дадут. Одевайся, с Пашей пойдёшь. Катька, ты что, поедешь или что? Конечно. За бутылкой вниз. Да сейчас, ну потом я ворот наверх подниматься, что ли? Да. Так лифта-то здесь нет, ноги тоже. А ты вон прыгайся кошкой, да и все, потом залетишь обратно, нахуй. Как воробушек, нахуй, голубой, блядь. Пошли, лежи. Иди сходи за бутылкой. Ты, блядь, козел ебаный. Козел ебаный, блядь. Настоящий мужчина. А нет, как там это? Женщина, настоящий полковник. Ты что, запиздишь, нахуй, тебя выкинул, нахуй. С бутылкой. А тебя посадят. Да и хуй. Лучше там, блядь. Как бы тепло и кормят, блядь. Слышь, за Таньку много не дадут, нахуй. 15 суток только условно. Так что не переживай, нахуй. Нихуя. Нас сегодня это, сфоткали. Да как хули фоткали? И что это здесь раз говоришь? Ну, что стучится? Кто стучится, дверь моя? Бабай, наверное. Ну-ка, блядь, письку-то прикрой хоть, блядь. Рыжик, наверное, шпильман. Что хотел? Что хотел? Синеглазка. Пошлите, все, на выход. Шнырь, иди деду постучи, чтобы он пошел за продуктами. Ну ты, Вовка, хули, если сегодня не спешишь, тогда ты танцуешь. Шнырька. Все, Танюшка. Хай Гитлер. Да кто там, блядь, дверь-то все открывает, блядь, такой да? Чего там дверь открывается, все открывается, блядь? Иди с Пашей, он тебе водки даст. Сейчас, иди с Пашей, иди, нахуй. Я заебал. Дед, пошли за продуктами. Да. Блять, я никого жать не буду, сейчас еду, уеду. Пошли за продукты там быстрее. Да. Опа, все побежали, все побежали. Даже не побежала. Катя, пошли, блядь. Все, рыжий, ну пошли. Вот, сука, кто-то, блядь. Рыжий, ты что, сигарету сон выбросил? Ника, кто сигарету выбросил с тобой? Черныш, да кури, блядь, целый сигарет, ёпта мать. Дай Чернышу в скапку ходить. Давай, блядь. Черныш, все, блядь, вечер. И до курива, и до нашего, блядь. После бульдога. Давай, никого я никого не жду, блядь. Нинка, быстрее, быстрее. Все вкусное получишь. Нинка, ты же про ногу забыла, блядь.
Ладно, ребятушки, на сегодня... Ребят, еще раз говорю, пишите, ребят, вот, про, по поводу конкурса, ребят, вот идеи, Павел Васильевич вот попробовал, сейчас все от вас, ребят, пишите какие-нибудь идеи, там, чесночок, да, ребят, если хорошо видео наберет, это видео, где они конкурс, ребят, хорошо лайков, комментариев напишите много, ребят, сам буду участвовать, ребят, вот так вот, да. А так вот, ребятушки, спасибо огромное, что смотрите. Я не знаю. Мимель. Так, еще хлебушек, хлебушек. Так. Ладно, вот такой пакетик. Так, держи. Водочку. Пузыречек. Держи. Ножки смажьте. Все. Дедушка. Хуй тебе, а не хлебушка. Так, держи. Это. Лапшу. Это. Кого просите? Кого? Хоть по пачке. Так, дед, рыжик. Иди сюда. Что дашь, хоть пачку? Какую хоть пачку? Там две пачки всего осталось. Светка. А, давай, рыжик, на еще. Сейчас, дедушка, вам дам пачку, поделитесь. Держи. Светка, ты что, блядь? Так. Бульдог. На водочку. Рыжик, на пузырек. Да, рыжик, на, он порванный. На, на пакет. Давай. Сколько? Да не ори ты, блядь. Там что, вам миллиардера какого-то привезли, что ли, нахуй? Меня передачку туда принесли. Да я ему, да. Ну, передать миллиардера, что ли, к вам привезли. Так. Я говорю, Бульдог, не миллиардера, а человека. Да подожди, ты, Нина, блядь, не торби, вам с дедом поделите. Нинка, вам с рыжиком поделите. Бульдог, на. Дели, Бульдог, сюда. Дели, пошли там в квартире поделим. Пошли, я это не пойду. А, ну да. Все, Черныш, я ушел, а вы остались нахуй. Ну, все, Вовка, давайте. Где мелкая? Вот, делитесь. Вовка, вам сигарет пополам. Светка, Нинка вообще сигарет даст, продукты дал. Все, пока. Давай, всем пока скажи. Всем пока. Все, давай. Черныш, не реви. Сдохнешь первый раз, сразу же звони мне, понял? А, ну ладно, похорони. Так сдохнешь. Нинка, пока. Счастливо. А? Счастливо. Я говорю, спасибо, ты сказал, или что? Счастливое спасибо. Большое, да? Да. Ну ладно. Все, в субботу приеду. Светка. Ребяшки, пошел. Стримчанский, я забыл же, пообещал, блядь. Коху, блядь. Кох. Сейчас. Ребяшки, не получается стрим. Я заблокирую с телефоном, блядь. Не могу выйти вообще стрим. Ладно тогда, что, пошлите, да? Бульдог, ну давай. Сосочки посмотрел, Танька? Ребяшки, блин. Танька, титьки, блядь, показала паскудница, блядь. И как ее не держали, она стоит, блядь. Вовка, осталась, блядь. Вовка. Да старым для тебя, хули ты? Да он уже, блядь, навиделся нахуй, ебать похуй. А что он видел? Что он видел-то? Он такой, он только навиделся, ебать да, похуй. Ну хуй молодой нахуй. Ты что, Вовка отворачивался, что ли? Он отвернулся, да? Лошара, блядь. Да нахуй, что, блядь, там тебе видел, ебать. Раз, я покажу тебе, блядь. А, блядь, поздно. А мне, знаешь, нравится собачка, леди зовут она. Каска. Такая собачечка. Лапы дает, умеет лапы. Знаешь, я притетивали на самом. Что ты мне? У него шлюни вылетают, блядь. Что ты тянешь? Да покажи, покажи, где так, мне думать, хули ты не живешь, блядь. Да хуй она не показывает никакой. Она мне не живет. Вы сейчас вдвоем останетесь, потеребишь, хули ты, блядь. Не, ну, пощупайте меня просто, что, дай ему хоть подрочить, он уходит. А, стесняется. Вовка стесняет. Вовка стесняет. Титьку увидел. Вот его-то не постесняешь. Вовка, ты не переживай, ты так вот лицо мурзилку накинешь, и все, тело-то молодое, хули ты. Ребенок для меня. Маленький ты мой ребенок. А, я буду тебе грузиками будет. Поехали, мы сейчас поедем. А это сама. А вы же поедете. Ты куда собрался ехать? Сраные. Пошли давай, блядь. Сраные пруда. Ты посмотри с нами. Духов нахуй. Останься есть? Конечно, побухаем.
Да, говорит, нет. Останешься, да, нет, блядь. Так останешься, нет. А, кто эту песню пел? Я. Здесь я, никого. Я. Дверь не закрыта, открыта. Ты, кто эту песню пел? Я. Ты пел. Кто эту песню пел? Я. Вместе пели, блядь. Пока. У нас, блядь, музыки нету. Пушка. Пак. Да, Эйжа. Не говоришь нам? Не. Чё, блядь, чё ты? Блядь, ты заикался, нахуй. Покажи язык. Язык, покажи. Ты скоро умрёшь. Да. Не, у него не белый. Ну чё, он вас всех переживет, нахуй. Ну, бульдог, он, блядь, обселит всех, да, переживет. Ладно, всё. Рыжа, оставайся здесь, иди сюда, заходи. Да хули мне. Чё, Таня, типа, тебе беда сегодня. Хуй тебе дома делать. Ну, тебе дома так же, блядь. Музон. Я с вами поеду. Музон, блядь. Да, иди, один на один. Бульдога мне хуёво сейчас запоёт. А вы чё, Танюха, ты с молодым, блядь. Ну, нормально же всё будет, нахуй. Не то, что, блядь, мысли старые, да? Предохраняйся только, блядь. Конечно, блядь. Рыжий, блядь, презервативы не купили. У тебя есть презервативы, нет? О! Нахуй! Мешок нахуй! Мешок натянул! Весь мешок залезешь, блядь! Вот представь! Вот представь, что ты девочка, блядь! Вовка, ты полностью мешок залезешь, что ли? Подожди, он хоть поймет, что такое на картинке. Или на картинке, или так, нахуй. Танька, вот ты так, колготки так, нет? Через штаны, нахуй. Я? Нормально. Ты в трусах ему дашь, нахуй? Колготки есть у тебя? Да не снимай, блядь, нахуй ты. Ох, вот ты, колготки не снимай, пусть он будет. Я в Вовка, смотри, Вовка. Не, теплый колготки. О, блядь. Долго драть придет. Теплый. Лохматище будет открывать, блядь. Ладно, до сути, поехали. Такие, пока. Девки, блядь, вообще. Иди нахуй, драчун, блядь. Надо забирать, а то я тебя так, жопу, блядь. Не найдешь, как выявить. Я тебя туалет зайду и, блядь, обратно не выйду. Пошли, Вовка, собирайся, нахуй. Да пускай с нами посидит, скучно. А вот? А что с ним, он, блядь, молчит, с ним Шуфутинский скучно. Что он не молчит? Шуфутинский, нахуй. Шуфутинский? Ты что, слышишь или что? А он думает, что? Он думает, что? Хоть 10 лишусь, может, хоть 10 лишусь. Да тебе хуй себе, Танька. Тебе Танька не даст, бульдог подручит. Сейчас с Танькой за водкой сгоняете, нахуй. За шкаликом. Как нахуяритесь тут, нахуй. Хули тут до пожарки идти-то, блядь. Ну, наебёте тут, блядь. Ты смотри, самое главное, что у тебя бульдог не выебал, то перепутайте. Его-то я точно не перепутаю. В горах тебя, блядь. А тех, блядь, с этими, с косичками ходят там, блядь, с хвостиками. Вот ему, вот ему. Да я чуть не охуел. Заплетешь ему волосы, косички. Бантик. А нихуя, я белый-то иду. А там, а где волос-то взять? Иду, волос-то нет. А мы с моей женой, с какой-то есть, у него не проверяла. Вован, Вован, покури-ка перед еблем. Волосы, у тебя есть тут волосы? Ты чё, вы показать? У него нужно прямо шерсть, блядь. Я тебе не покажу. Мне только покажи. Вовке, покажи. Покажи Вовке. Покажи Вовке, он расскажет. Вовке, да, Вовке расскажет. Покажи Вовке, он не видит, что волос. Покажи, блядь. Покажи, бульдог, Вовке. Покажи. Покажи. Покажи Вовке, блядь. Чё, я ебанулся, что ли? У него свои волосы есть, а у него, смотри. А твои гуси. А твои гущи, блядь, он говорит, нахуй. Так нет, нет, девочек. У нас ради, у нас между. Пока. Пока. У нас разница между ними, знаешь, волосами. Разная. А у тебя там, что у него на голове? Да. Буду приходить мурашки. Мурашки по коже пошли. У меня. Буду мурашки по коже пошли, блядь. Вас будет. Я даже смотрю. Иди, Вовка, блядь. Понятно. Рыжий уже перед ними курит. Пашка, а у тебя каким цветом волосы? У меня голый там. А, бритый. Тоже как у кто-то меня. Кто-то вчера просил яйца ему побрить нахуй. А ты чё, кстати, без усов-то сегодня, блядь? Я? Вчера были, блядь. Вчера знали, блядь. Я не хочу ее вставать, блядь. Ладно, всё, Вовка, ты слышишь здесь? Оставайся, блядь. Оставайся с нами. Будешь нашим королем. Будешь нашим королем. А между ними лягишь. Бульдог сзади. Танька спит. Я потому что ебусь нахуй. Бегать здесь нахуй. Вот нахуй. Ой, блядь, сколько денег. Убери, сколько денег. У меня глаза в кучу разбежали. Мне сколько денег-то надо. 200. Пока. А в кучу это вот так или вот так? Да понимаете, в разную кучу надо. Давай, я сейчас тетяне повезу, сейчас я зайчику дам в машине ходить. Поехали. Ага. Такой, блядь.
Она прижала. Она прижала тебя. Тебе руку дал, блядь. Его прижала к тебе. Он не дорос еще до меня. Да у него, блядь, посмотри, руки какие большие, блядь. Там, елда такая, наверное, блядь. Бульдогу ноги. Он бульдогу ноги переломит. Как определять? Ну, покажи руку свою. Мужиком. Ну-ка, покажи руку. Нет, вы не знаете. Кулак, я задрочили какой-то, блядь. Баб не был уже. У тебя вот такой хуй. Вот таким, как говорят, у рука с хуй. Да он, блядь, этим хуем. Он этим хуем бульдогу ноги перешибает. Какой хуй, блядь, сломает ноги, нахуй, бульдог. Иди, блядь, бушок, нахуй. Да, я. Иди отсюда. Ну, ладно, все, давай, бульдог, мы поехали. Внесу. Давайте, блядь, сделайте из него мужика, блядь. Пускай хоть. Может, через журнальное отверстие мужиком его сделайте, блядь. Так мне надо уйти, пусть. Войти надо будет. Я же мешать тебе буду. Тебе войти надо будет, а не уйти. Надо будет войти. Да. Войдешь, нахуй. Я у тебя в колодец пойду. Войдешь и выйдешь. Там в колодце. Вовка, держись. Тепло, жара. Тепло, жара в колодце. Лес рядом. Это пока. Лес рядом. Вот я вдруг на хуй на серию тебе, ты не боишься? Нет. Не привыкай. Короче, ее мусор. Что у меня скажут, чайники с чего, да, есть. Подмойтесь. Подмойтесь. Чайники, вода есть. А, кстати, смотри. Сейчас на новую. Какие нету хоть ту? Какую? Бутылку. Все, ладно, давайте. Вовчик. Вовчик, никакого секса, понял? Шутками, блядь, никакого секса. Да, так, если ты полижешь, и все. Катюха, тут только надо пошутить. Блядь, все, нахуй, нет, три мотива. Пока. Все, давайте, по субботу. А что? Все, дал. А, все. Подожди. Да, блядь, давай. Таня, я шучу, не давай ему. Да, я знаю. Все, бульдог, закрывайся. Давай. Давайте, пока. Бульдог. Все, давай, субботу. О, ребятушки, бля, сегодня серия вообще такая. Все, ребят, поехали. Мы, блядь, это. Сейчас. Ребятушки, все, тетя Катя привез. Тетя Катя говорит всем пока. Всем пока, спасибо. Всем спасибо. Да, ребятушки, всем спасибо огромное, тетя Катя. До новых встреч. Телефон не выронить, тетя Катя. Давай. Убери здесь, что у тебя на губе осталось. Первое, что ли? Ребят, да я шучу, блядь, ёпта, иди, я тут, блядь, поставь, что, блядь, тут пока я ехал. Ребятушки, прошло ровно 3 минуты, мы ехали, так, мы ничего не успели, надо. Все, дядя Галя, давай, пока. Смотри, не выронила, чтоб там. Сильнее, хлопай. Ну все, ребятушки, поехали домой, съемочки закончились. Но хотел стримчалски, ребята, не могу стрим даже, блядь, просто провести стрим, не могу, блядь. Что-то меня забанило вообще с телефончика, выйти не могу. Ну ладно, ребят, всем спасибо огромное, ребятушки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех люблю, всех обнимаю, ребят. Всем здоровья желаю. Пальчики кверху, комментарии. Пока-пока.